ладно, это 9-бот. Круто. Ой, считай. Это же средство передвижения. Смотрите. Опа. Фу, вот он. На самом деле, это уже настолько современно, что данное устройство тебе позволяет проехать через пол твоего города, а если городок небольшой, то через весь город еще и вернуться обратно. Значит, смотрите, по техническим характеристикам. Он готов развивать скорость до 30 км в час. А это, в принципе, довольно-таки быстро. И протяженность на одном заряде, то есть ты полностью его зарядил, 45 километров. Но это до. Соответственно, здесь есть рекомендуемый вес пассажира. И вот это вот до 45 километров зависит от многих параметров. В горку, без горки, максимальный режим работы. Конечно, есть здесь и разные режимы работы у него. Вес 14 килограмм, без проблем поместится в багажник любой машины. Значит, дека здесь прорезиненная, а это означает, что ну, нога не будет соскальзывать. Сзади у нас, соответственно, есть LED-фонарь. Впереди тоже освещение есть, как у любого автомобиля, если вы будете передвигаться в ночное время, летом гонять. Даже можно, на самом деле, зимой гонять. Здесь есть катафоты по бокам. Плюс также есть дисплей, который нам позволяет узнать, в каком режиме сейчас у нас работает самокат. И для его настройки, вообще отслеживания, сколько вы там чего проехали, можно использовать мобильное приложение. При помощи Bluetooth его подсоединяете в свое мобильное приложение, дальше вы им можете управлять. Ну, можно сказать, даже ставить на сигнализацию. И смотрите, есть очень крутая штука, которую я поддерживаю. Здесь есть подсветка на дне самоката. Через мобильное приложение можно как раз настроить это все. То есть у нас, как помните, времена форсажа, все подсвечивается внизу. Это на самом деле круто. Самокат настолько клевый, что 30 км в час, 45 км пробега. Ну, сами понимаете, что это, ну, это реальное транспортное средство, которое поможет вам, не знаю, до работы доехать, до школы и обратно вернуться.